Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас с вами обзор покупок, которые я купила в Ашане, в Светофоре, в Леруа. То есть вот так у нас сегодня с вами. Давайте посмотрим. Так, это я багет купила в Ашане за 10 рублей всего лишь. Да, не так много. Из него я хочу сделать какую-то вкусняшечку. Мы подобно покупали с вами в Перекрестке. Я хочу попробовать сделать сама. Вот. В Светофоре я была, купила вот такую вот лимоны, добавленные с сахаром. И вроде как апельсины там еще должны быть. Короче, долго думала, брать не брать, но в этот раз решила взять, попробовать. Здесь 570 грамм. Также взяла тесто. Ой. Здесь целый килограмм, тут целых 4 пласта, слоеное бездрожжевое. Оно поднимается хорошо. Вот, его еще не пробовала, буду делать обзор, будем пробовать вместе с вами. Вот, взяла я таких 2 пачки. Стоили они 60 рублей всего лишь. То есть получается за полкило 30 рублей. Ну, это мало. Так. Также в Ашане я взяла журналы. Знаете, вот только недавно избавилась от этих журналов. И тут же я сразу поняла, что сделала это абсолютно зря, что я их все равно хочу. И начала покупать заново. Кстати, они в Роспечати 40 рублей стоят. По-моему, в Ашане дешевле. И купила, попробовать посмотреть вот такой вот журнальчик. Так. Наконец-то я купила 2 тетрадки. Вот такие вот большие тетрадки. Это у меня тетрадка прикомпьютерная. То есть она перед компьютером лежит. У меня подобная такая есть. Я покупала когда-то в фикс-прайсе. Она мне на 3 года хватила. Ну, так вот что-то записать. Это удобно. Вот. И у меня уже она начала заканчиваться. В этом году, наверное, уже закончится. Я купила еще 2. Здесь 96 листов в клеточку. Вторая тоже. Там еще в линеечку, кстати, была. И стоила она там около 60 рублей где-то. Так, также купила 114 рублей, стоила в Ашане. Такая вот штучка. У меня есть отдельно тюбик, но сегодня были только вот такие вот. Мне понравился аромат, но я еще не ставила, не пробовала. Здесь вместе с палочками вот это вот. Ой, что-то там с фруктами. Красные фрукты, что ли. Они называются. Ну, короче, ароматно пахнет. Если он такой, я хоть, не знаю, думаю, сделать обзор, не сделать. Вот, не знаю. Так, в Ашане мои любимые шоколадки были по 80 рублей. Я взяла 3 штуки. Очень-очень их люблю. Это с мятой. Ням-ням-ням. Там, кстати, в Ашане очень большие скидки. Вот эта шоколадка была что-то рублей за 50, что ли. Что-то даже не помню уже. Ну, конечно, нижнее белье, там трусы я еще купила. Не буду показывать вам их. Это неинтересно. Вот. А, мыльницу я себе купила наконец. Я 10 лет ищу мыльницу. Наконец-то я все-таки решила купить. Мне надо было такую мыльницу, чтобы мыло не лежало в воде, чтобы это все куда-то стекало. Здесь вот как раз есть там, куда стекать, и она отсоединяется. Беленькая, не знаю, думаю, ее, может быть, в будущем отдекорирую. Не знаю пока даже. Потому что нижняя часть вот этого должна сниматься. Это что-то должно быть такое вот здесь вот. Пока не знаю, такая вот. Ну, самая простая, 150 рублей, что ли, 180 она стоила. Ну, хотя бы уже появится мыльница у нас. Так, докупила я в Леруа кольца. Это для гардин. У нас после ремонта еще нет нигде гардин, если вы заметили. И мы с мамой ездили недавно, купили гардины. И вот там не хватило колец чуть-чуть. Не подрасчитали. И также вот крючки. Так, купила для табуретки такие штучки, потому что она оставляет следы на линолеуме, когда кто-то очень тяжелый, какой-нибудь слесарь или кто-то встает на нее, она оставляет. Вот я купила, может, не будет оставлять, не знаю. Вот, и купила я вот такие вот 3 маленькие рюмочки по 50
миллилитров, да. Это я хочу туда залить свечку. У меня появилась очень классная идея. Там в магазине Леруа я вам показывала. Предыдущий ролик посмотрите. Там была тоже такая же маленькая баночка. Там была свечечка. И сверху лежала еще маленькая свечечка в виде шоколадки, например. Или в виде там сердечка. То есть вот так вот. И мне появилась идея, что в принципе я могу сделать такую сама. И попробовать продать. Потому что в баночках у меня что-то уже не покупаю. Хотя я не выставляла, наверное. А, у меня там с картинкой была. А это вот будет что-нибудь такое оригинальное, маленькое. Вот, стоило он что-то рублей 7, что ли. Как-то так. Или 5, или 7, не помню. И все. Вышло у меня здесь где-то, я помню, что было 800 в Ашане. В Леруа там сколько-то. Но это было тяжеловато тащить. Это было реально тяжело. А в этом, по-моему, светофоре 200, там 190 с чем-то, да. В Ашане, наверное, 800. Здесь вот эти, по-моему, по 150 были. Там, наверное, тоже как-то так. Хотела купить я еще сегодня орхидею. А на обратном пути пойти в этот Леруа. Ну, что-то, я не знаю, в Ашане там в этих орхидеях мошки летают, я увидела. А в Леруа я особо не приглядывалась, но там одна мне очень понравилась, белая. Она с такими большими, такими белыми бутонами. У нее такие листья большие, белые. Блин, она такая красивая, такая классная. Но я не знаю, я боюсь покупать, что там окажутся какие-нибудь мошки, потом она завянет, умрет или что-то такое. Короче, не знаю, мне страшно. Поэтому я ее не взяла. Сейчас думаю, может быть, зря там всего 500 или 600 рублей она стоила. Но мне две понравились там. Другая на такого цвета. Вот. Вот такие вот у нас были покупочки с вами сегодня. Небольшие, но дотащила я с большим трудом. Вот. Очень интересно. Мне хочется попробовать вот это слоеное тесто. Здесь прям вообще классно так много. Прям целый килограмм. Представляете? То есть обычно 500 грамм, да? Можно сказать, там 500 грамм всего за 30 рублей по составу. Ну, честно, у них составы все одинаковые. Не знаю, надеюсь, что будет вкусно. Хочу из двух пластов сделать слойки. Из двух. А из других двух хочу сделать маленькие пиццы, но не могу вспомнить. А помидорка я сверху, помню, клала. А что же еще? Наверное, колбаску, скорее всего. Попрошу мужа купить колбаску. И надеюсь, что вечером мы приготовим. Сейчас мне уже скоро за ребеночком идти в садик. Вот. Вот такой у нас был с вами обзор. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте лайки. Пишите комментарии, что вы из этого пробовали. Вот эти, кстати, очень дешевые в Ашане. 114 рублей, причем не зависит от какого... Где оно, господи? Миллилитров. То есть есть 120, есть 100 там, есть еще меньше. И все равно без разницы, у них цена одинаковая. Не знаю, почему так. Наверное, надо было мне еще одну взять, но я еще особо их не пробовала. Хотя, кстати, давайте попробуем. Что мы с вами это не попробуем сразу. У меня есть палочки вот такие. Вот. Палочки, кстати, там есть в Леруа, продаются отдельно. 95 рублей стоят. Но я что-то не стала брать. Не знаю. Так, здесь вот сейчас мы с вами посмотрим. Так. Парфюмерный див узор. В наборе 10 палочек. Так, состав, ароматизатор. Та-та-та-та-та. Франция. М-м-м. Так дешево стоит. А вот ароматический диффузор. Вот, диффузор. Красные фрукты. Синтетический аромат 10 палочек. А ну просто красные фрукты. Ну, короче, не знаю. Какие-то красные ягоды. Какие там красные ягоды, я не знаю. Давайте будем тогда нюхать с вами. Такой вот тюбик большой довольно. Там, в принципе, мне кажется, при желании, когда он закончится, вы можете помыть и налить другое какое-то средство. Вот оно, кстати, такое красивое очень. Открываем. Тут вот с дырочкой. И тут, как у многих лекарств, есть полбочка. Сейчас я открою. Полбочка, при которой реально сломать ногти. Я побоялась покупать
вторую брать, там последняя осталась большая, потому что я боюсь, что у меня может быть аллергия на нее возникнуть. Потому что я аллергик немножко. Батюшки. Ой, сейчас открою. Фух, открыла. С большим трудом открыла. Надо открывать ножницами, потому что вот просто ножом неудобно. А вот ножницами так чик и все. Ой, это ужас какой-то. Пахнет, знаете, как будто отчасти компотом. И какими-то, знаете, ну да, красными ягодами или какими-то... Ну да, хотя если красные ягоды, то это, наверное, компот. Какими-то как цветами, что ли, непонятными красными. Ну, вкусно, кстати, очень такой сладкий, ароматный такой запах. Приятный очень, его хочется нюхать. Не знаю, как там это будет дальше. Так, кстати, тут мы закрываем. Такая. Ну, приятно, приятно пахнет. Я покупала еще второй такой набор. Так, этих, наверное, надо снимать, что ли? Или не надо? Нет, надо снять. Второй набор у меня был хлопок, по-моему. Что-то мне не понравилось, как пахнет. Что-то не очень мне. А вот тут приятно. Но я его особо не распаковывала, так чуть-чуть. Вот. Ну и также потом я в конце в комментариях, наверное, или под роликом напишу, насколько хватило, сколько он дней у меня простоял. Вот. Так вот красиво смотрится. Красиво? Особенно на тесте, да? Вот. Ну, надеюсь, что будет ароматно пахнуть теперь у меня дома. А то после ремонта не очень как-то. Вот. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии свои. Еще чего-нибудь там. Смотрите другие ролики, наши влоги, мои болтушки утренние. Трансляции скоро начнутся. И всем пока-пока. Да, кстати. Пока-пока. Ну вот, состав вам на всякий случай. Кому интересно, стоп, нажмите и прочитайте. А то скажешь, сделала обзор, а состав не показала. Вот показываю. Все. Лайки. Лайки, лайки, лайки. Всем пока. Простояла она у нас где-то около часа. Правда, знаете, пахнет компотом. Реально пахнет компотом. Хорошо, что я не взяла вторую. Не знаю, может, у меня попозже что-нибудь другое. Но лучше бы я взяла с какими-нибудь цветами. Чем... Блин, подписали бы просто компот. И все. Но тогда брать никто не будет. Реально прям запах компота.